В Ненецком округе появились случаи пропаганды распространения наркотических веществ в социальных сетях среди несовершеннолетних. Подробности далее. Под предлогом дополнительного заработка для несовершеннолетних жителей округа в социальных сетях были опубликованы предложения по распространению наркотических веществ за определенную сумму. В настоящее время в различных мессенджерах сети интернет активизировали злоумышленники с предложениями об оплачиваемой работе в качестве распространителя наркотических средств. Сотрудники управления МВД России по Ненецкому автономному округу призывают граждан быть бдительными при поступлении предложений по подработкам сомнительного характера от малознакомых и неизвестных лиц. Распространение наркотических веществ является преступлением, за которое наступает уголовная ответственность. Часть 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные организованной группой. Данные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет, либо в случае особо крупного размера – пожизненным лишением свободы. Сотрудники полиции просят сообщать о фактах продажи или употребления наркотических веществ в региональное управление МВД по короткому номеру 02 или по телефону, номер которого вы видите на своих экранах. Василий Хатанзейский, Антон Водряков, телеканал «Север».